Всем привет! Не собиралась я сегодня снимать эту питонечку, но она, конечно, красивая, безусловно, и требовала бы, чтобы ее снять. Но вот не до этого мне. Ну как я сейчас снять, то есть видео снять? А вот как мне ее сейчас с крюка с этого снять? Кстати, идея для вас. Если вы хотите повесить на балконе вот такие цветы, как у меня висят, видите, вызывайте мужа на час, а может, у вас и у самой есть муж, который суперски владеет всеми инструментами, в том числе и дрелью огромной. Почему огромной? Потому что тут нужна дрель непростая, чтобы соседский балкон вот такой крюк забить. Крюк покупайте, сразу говорю, самый большой, вот, чтобы он держал все тяжести. Вы сможете потом на этом крюке сушить белье, ну, какие-нибудь куртки огромные, но это где-то осенью или летом, потому что снимать каждый раз вот такой вазон, ну, я вообще не хотела это показать. А хотела показать, посмотрите, как я увидела с комнаты. Я вообще не знаю, как я увидела. И вот и растет вот этот вот сорняк, молочай, наверное, все-таки вот этот вот. Вот, смотрите. Вот, я знаю, его кто-то кушает очень хорошо. Гуси или куры, но кто-то вот кушает. И вот как я могла не видеть, и как он моментально вырастает. Потому что, когда я везла эту петунью домой, естественно, я не могла не увидеть его. Вот такая изумительно красивая петунька. Я потом, конечно, и другие сниму петунии на видео. А, еще хочу вам посоветовать, знаете что? Ну, к этому подойдут, конечно, любые ножницы. Вот такие ножницы. О, господи. Вот такие ножницы для бонзая или для бонсая. Покупала я их в свое время за 700 рублей. Это было очень дорого, поверьте. Сейчас сколько они стоят, я не знаю. И в Аби. Покупала в Аби. В Аби вообще все дорого. Так, и вот так вот я ними срезаю. Раз, раз. Конечно, можно и ногтиком шмякнуть. Ну, заодно я ее и, конечно, сейчас подрежу. То есть обрежу все цветочки, чтобы не завязывались семена, вот, и чтобы другие распускались. Все, которые отцвели, я обрежу сейчас. Вот, ну, все те, которые я увижу, конечно. Так, ну все, всем пока. Ну, как же красота. Вот красота, всем пока, но красота обернулась вся к свету, к солнцу. Вот как тебе снять самую красивую? Самую-самую.